А вот веничек есть. Да нет, у меня вот рука моя лучше веника. Так нет, ты можешь еще просто его не открыть. Говорят, ты его дал. Да будет свет. О. Ну что скажешь? Надо сфотографировать, давай просили этот. Счетчик сразу сфотографируем. Ну что вот такая деревенская изба у нас. Что с перерубом, с газом. Тут разве есть газ? Две комнаты получается, маленькая, большая. Печка немножко здесь вот валялась. Ну это штукатурка. Глина. Ну что, он мебелированный. Подтопок. Русская печь. Вся, видишь, все на вот. Да. На что это на кирпичи. Вся облупилась. Так. Уже есть свет. А, газовый счетчик даже есть. Без него вода переносная, да? Слив есть. Со сливом. Ну да. Ну что, кухонька вот, русская печечка. Ну а что мы здесь хотели увидеть, ну, такого, чтобы... Газ. Выключатель нет. Вот. А там что? Чулан. А, чуланчик. Классика. Угу. Медвежинская классика. Семь выход с этого. Во двор. А. Выход на крыльцо. Замурованный. А? Там замурованный. Ну, там не ходят просто. Надо рукой мне. Вот он парадный вход. Угу. Бревна-то вот. Сама изба там много. Неплохая. Он обшитчатая весь. Да не, вот дом для дачи. Да не только для дачи, почему всегда живу здесь. Пожалуйста, можно жить постоянно. Ну, вот привод хороший. Ну, да. Ну кое-что вот, да, вот документы вот. Это поделать надо. Вот, отошла доска. Она, наверное, в 56-м году отошла. До сих пор такая. Двор. Туалет. Деревенский. Угу. На двор сходим. Угу. Двор подзахламлен, конечно, изрядно. Там трава даже есть. Ну. И свет можно даже включить. Да, так-то вот. Даже эти. Нет, не работает. Стайки там эти. Стойло с такими есть. Смотри, сам двор, время тут тоже не плохие, так что вообще. Да вон, да, он двор с перерубом получается. Я к тому, что все живое.
не убитая. Ну, к дому баня еще ведь, да, у нас? Баня еще? Да. Баня, теплицы. Ага, ну там под снегом, там, да, теплицы. Да уж, не пойдем туда. И кладбище. Сарайка, где кладбище? А? А где кладбище? Кладбище вот проезжало. А. Ну, он на той стороне, это значит не здесь. Нет, это как бы неотъемлемая часть села. Слушай, ну смотри, нигде не капает, ничего такого нету. Нормально. Двор, смотри, на этих, на столбах, Дим. Он кирпичный. Жилое село, вот магазин есть. В принципе, автобусная остановка, мы вот подъехали, как раз это конечная, видимо. Да. Церковь. И имеет место церковь быть, да. Я даже знаю, что вот в селе Лацкое здесь служил священник, который сейчас канонизирован в лике святых новомучеников. Поэтому село с историей. Так, ну что, закрываем? Да, давай. Ты свет тогда, да, выключишь. Забыли узнать, что там с водой у них, да? А что с водой? Колодец вроде где-то был у них. И продухи надо открыть, да? А продухи-то вроде открыты. А? А, продухи-то открыты. Сейчас их наоборот закрывают. А, закрывает? Ну, Настя, ну-ка, да, если дом жилой. Да, да. В принципе, если не жилой, можно не закрывать. Вон. Пойдем в этот сельмак. Сельмак, посмотрим, что там как. Что дают там сегодня. Смотри, как он молодежь. Довольно-таки живая деревенька-то. Вроде в стороне все, да? Ну да, автобус был. Что ты видишь? Местный ассортимент можно показать. Здравствуйте. А? Место ассортиментик можно позвонить? Гараж. Всего. Дом, газовое отопление. Еще дом продают. Да вы что? Не надо нас. Мы хотим показать, что ассортимент. Чтобы просто понимали наши, как бы, покупатели.